днем рождения, любимая школа! У-ху! Мы выпускники 2013 года. Мы проучили здесь уже 11 лет. Это очень значимое для нас число 11, потому что мы здесь провели самые счастливые для нас моменты. Мы нашли новых друзей, учителя, которые сейчас до сих пор помнят нас, поддерживают, общаются с нами. Мы очень рады этому. И мы скучаем. Хотим пожелать всем преподавателям крепкого здоровья, терпения, чтобы столовая процветала, очень по ней скучая. Что вкусно в ней было всегда. Ну и так было, но еще вкуснее. Чтобы побольше учеников, которыми потом бы ты гордилась, наша любимая школа. И пусть здесь всегда все будет так, как было раньше. Хорошо. 19-я школа, хочу поздравить вас с днем рождения. Желаю вам счастья, чтобы у вас были хорошие ученики, все образованные, опытные, чтобы добивались всего в жизни. Желаю всем учителям сдержки, чтобы крепились, потому что это нелегкая работа, и без вас нам никак не обойтись, без ваших знаний и опыта. Школа – это место, где мы проводим 11 лет своей жизни, даже в тюрьме некоторые люди столько не сидят. И поэтому школа – это самое прекрасное место, где мы научились очень многому. Вычитать, умножать, малышей не обижать. А еще мы нашли здесь замечательных друзей, с которыми мы общаемся в настоящее время и планируем идти дальше по жизни. Когда я пришла в первый класс, я плакала. Но потом 11 лет прошли очень весело. Конечно, были всякие разногласия с учителями, с нашими друзьями. Но здесь я нашла настоящих друзей, встретила очень близких мне людей. Очень часто вспоминаю своих преподавателей, скучаю по ним. Я желаю школе процветания и поздравляю с днем рождения. Вот совсем недавно мы готовились к экзамену, последнему звонку, к выпускному. А вот уже прошел третий год, как мы закончили школу. Мы до сих пор храним дружбу школьных лет, теплые отношения с учителями. Хочу поблагодарить тебе, школа, за этот прекрасный период жизни, за подаренные нам знания. Поздравляю тебя с днем рождения и передаю большой-большой привет всем учителям.